Окружение и захват. Самарские инспекторы ГИБДД показывают задержание условного преступника за рулем автомобиля. Еще одного условного нарушителя задерживают кинологи, демонстрируя навыки конвоирования злоумышленника. А бойцы спецназа отрабатывают приемы обезвреживания вооруженных преступников. Все это часть гарнизонного смотра и совместного инструктажа нарядов сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности на территории города. Тех, кто справляется с этой задачей на отлично, наградили почетными грамотами. За время службы много всего было, как бы раскрывали разные преступления. Это были и, как говорится, и квартирные кражи, и грабежи, и разбои. Ну, как говорится, работаем по горячим следам. Это как одна из таких служб, патрульно-постовая, когда мы первые приходим на такие преступления. В завершении смотра расчеты маршем прошли по площади Куйбышева. В шествии приняли участие не только сотрудники ДПС и ППС, кинологи и росгвардейцы, но и народные дружинники и специалисты частных охранных предприятий, которые помогают обеспечивать безопасность в городе. Колонны прошли в сопровождении служебного транспорта. За счет работы из ДНД, с ЧОПами, с привлечением граждан мы, надеюсь, перекроем все квадраты, чтобы жители города Самары были уверены в своей безопасности. После марша правоохранители отправились на дежурство и свои боевые посты, чтобы продолжать исполнять свои обязанности на благо города. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.